Привет, друзья! Мы продолжаем вас знакомить с необычными и сказочными местами нашего с вами любимого города Санкт-Петербурга. Ну что, готовы к новому необычному месту? Тогда поехали! И сегодня мы хотим вам рассказать о поистине сказочном уголке Петербурга. Это детская площадка во дворе дома номер 9 Дербского переулка, где поселились самые симпатичные герои русских сказок. Хотите узнать их поближе? Именно здесь вы можете познакомиться с самым добрым молодцем. Богатырь исполнен с дубинушкой на плече и с очень красивым щитом на руке. Его благородный вид и статность олицетворяют русский дух и силу русскую. На площадке соседствует с остальными героями прозаичный серый волк. И даже Машенька, медведь и заяц. Примечательно, что именно мультфильм «Маша и медведь» стал самым популярным русским мультфильмом за рубежом. Все фигуры на площадке выполнены в полный рост. Именно поэтому фотографии с героями получаются еще более эффектными. Я думаю, что каждый юный житель города со своими родителями обязательно должен побывать на этой сказочной детской площадке, поиграть и обязательно сделать на память совместную фотографию с любимыми персонажами русских сказок. Если вам понравилось, дорогие друзья, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Дворец Лайф. И, конечно же, до встречи на новых, не менее интересных площадках нашего сказочного города Санкт-Петербурга. До новых встреч! Пока-пока! Добраться до этого места можно как на автомобиле, так и на метро. Станция Балтийская расположена всего лишь в 1,5 километрах от площадки. Вам всего-навсего необходимо набрать на интерактивной карте адрес Дербский переулок, дом 9, и навигатор сам вас приведет на эту сказочную детскую площадку.